Мордовин у вас комендант или заместитель коменданта? Мордовин? Да. Мордовин у нас главный инженер. Да. А он не подчиняется коменданту или подчиняется? Ну, он может выслушивать рекомендации, наверное. А вы его хотите хочет заставить работать? Хочет, ну попробуйте, подчиняется. Да. Дайте Сашу поработать. Саша, давай, чтобы мы уже не видим, что... Чтобы его зафиксировали. Сейчас он зафиксируйте, как это самое. И улетит. Вот сейчас отличные кадры. Трое смотрят, один копает. Один с сошкой, а трое с ложкой. Нет, у нас тоже лопаты. У нас вот называется большая совковая лопата. А кто там будет помещаться в нем внутри? Двухэтажная. Да лучше одноэтажная, но поширше. Вы что? Да конечно, не влезет. Генеральный секретарь. Толстый человек не поместится. Нет. Валера. Где-то у меня 80-ки тут были. Да, там полно. Так, это желудь. А духов-то у нас тут столько. Хорошо. Получается здорово. Да вы что, картошку сажаете? Нет. Мы так сажаем каштаны. У нас тут через 4 года здесь будет город-сад. Так? Вы уже желуди были? Память о нас, Сувари. Да. Хранится в веках. Все будут подходить и спрашивать, а кто посадил эти дубы? Да. Это Варя с Михаилом Васильевичем. Да. Сажали вот такие дубы. Так, Варя? А другие люди только снимают. А никто их и не узнает. Так сюда бывает. Здорово.
знал. Как устроено? Как организация? Через 10 минут бери шинель, пошли домой. Говорят, через 10 минут, а где?